Ну вот, продолжается линька. Проходит она успешно. Птицы как бы чувствуют себя хорошо. Я все переживаю за вьюрков красношапочных. Но пока все в норме. Питаются нехорошо у меня, поэтому и чувствую тоже прекрасно. Хвостики уже у них отросли. Шапочки немножко цвет поменяли, но ничего, наберут красный цвет. Также пожелтела и чечеточка. Ну а так в основном все хорошо.